Эй, сержант! Сержант! Эй! Немедленно говорите, зачем вызывали меня, рядовой! Протест, сержант! На северо-восток от базы! Похоже, паук! Убей его! Поджарили ему задницу! Палач, я чувствую, что Зератул и его собратья совсем рядом. Но мне не удалось войти с ними в контакт. Боюсь, они в большой опасности, и мы должны прочесать территорию и найти темных храмовников, пока зерги не добрались до них. И вновь конец брифинга, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир. Поехали! Нам дали Тассадара и двух веселых его помощников из Визелков. Что мы будем делать, это проходить аккуратненько. Собственно, мы попали в страшное место, охваченное зергами. Тут полно зергов. Хотя... Вообще лучше на него атакуются. Твоя воля. Куда, дебил? А, тупой дегенерат. Хотел аккуратненько, ну ладно, можно в принципе и так. Сильно ничего страшного не произошло. Да, покоцали нам немножечко. Почему ты такие дебилы-то? Обходите аккуратно. Здесь есть очень поганый такой чувак, который убивает очень много народу. Если его не законтролить, конечно. Не возражаешь, если мы присоединимся? Нет, пока не возражаю, ребята. Пока я не возражаю вашего присоединения. И фигарим вот так. Замечательно. Ай, я слышу тебя, говорит мой друг. Давайте быстрее, быстрее, Отлично. Минус гидра. Быстро внутрь. Быстро, 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 быстро. Не возражаюсь, если мы присоединимся. Так. А вот теперь все зависит от лака. Либо мне удастся это сделать нормально, либо мне не удастся это сделать нормально, и это будет извращение. Фух, не удалось. Мне это удалось. Отлично. В общем, вот тут вот стоит чувак, которого я только что убил. Он бомбашит по вашим юнитам сразу, по всем, и они разлетаются. Очень маленькие кусочки. Это не очень круто. Что мы будем делать теперь? Смотрите. Мы собираем вот такой отрядец. Небольшой отрядец. И пускаем одного зелка. Отряд ставим на удержание. Отлично. Причало. Иди сюда. Отлично. Теперь вы. Собачки, собачки, собачки. Понятно, чуть-чуть поближе надо подвести. Заводим их вот в этот угол. Ну, не обязательно в угол, на самом деле.
Главное, чтобы они шли более-менее плотным, так сказать, строем. Тогда все будет хорошо. Когда вот этот чувачок у нас не бомбанет, и будет все замечательно. Так, ладно. Что я хочу сделать дальше? Дальше я беру вот этого замечательного чувачка. Мини-зиота. Оставляем где-нибудь вот здесь вот своих юнитов. Отлично. Давайте сделаем их чуть-чуть вот так вот, чтобы зелок все-таки был чуть-чуть впереди. Ставим на удержание позиции, ставим на один. А этого ставим на два. Все нормально. А, стой, пожалуйста, здесь. А, на удержание позиции, отлично. Отвозим собачек. Собачки получают по щам. Отлично. Еще парочка собачек. Отлично, замечательно, давайте еще. А, одну собачку, я думаю, два зелка как-нибудь запинают. Так, что теперь? Что теперь? Нам нужен наш дорогой друг. Что мы сделаем? А, мы отправим Тассадара вот сюда. И прямо за ним отправим зелков. Атаковать будет Тассадара. Тем временем зелки смогут нарезать всю эту гадость. Замечательно. Тассадар жив, здоров и почти не коцан. Давай. Отлично. Минуснули мы это дело. Здесь я, к сожалению, не помню, есть ли кто. По-моему, здесь нет никого. Поле телепортации активировано. И вот здесь мы получаем наших с вами еще двоих зелков дополнительно. Что не может не радовать. Так. Тассадарыч. А ты отойдешь обратно. Я за тебя беспокоюсь немножечко. Ты можешь получить люлей. Я бы этого, честно говоря, не хотел. Так, вот у нас есть драгун, 4 зелка, марики. В принципе, все не косаные. Так, что у нас будет дальше? Дальше, в принципе, можно, по-моему, провести всех. Главное сделать это более-менее аккуратно. Сказал я сделать аккуратно и просрал фактически всех своих маринесов, которые у меня были. Всех своих маринесов, которые у меня были. Ладно, главное, я взял зелка, но, блин, окей. И такое тоже. И я забыл, что вот здесь вылезает очень гадкий чувачело. Ладно. Ладно. Проводим Тассадара вместе с нашими ребятами. Вот у нас там наши ребята. И давайте. Давайте это сделаем как-нибудь вот так. Бегите, марики! Отлично. Ну, можно сказать, что я спас большую часть мариков, и это даст мне некоторое преимущество. Хотя, какое нафиг преимущество, если у меня на самом деле очень мало мариков. Этого не сильно много хватит. Блин, хреново на самом деле. Ладно. Давайте аккуратно вот эту местность зачистим. Драгуна вперед. И главного бота. Отлично. Щиты нам, конечно, снесли, но... Окей. В принципе, можем все это дело более-менее нормально зачистить, по идее. По идее. Так, главное, друг от друга особо не отходить. Так. Где у нас
гад вот этот. Вот то, что здесь гад есть, я припоминаю. Для Адуна. Конечно. Вот активируется он только лишь, когда ты проводишь кого-нибудь туда, по идее. Пошел. Ничего. Инструкции. Я слышу тебя. Торикула. Видишь ли? Что тебе нужно? Так. Вроде прошел это место более-менее аккуратно. Теперь мне нужно выделить вот этот отряд, вот этих ребят. У меня очень мало мариков, поэтому приходится идти через драгуна в том числе. Ну, либо сделать более нагло, в принципе, кое-что. Отлично. Я вот не помню, есть ли здесь кто-нибудь. По-моему, нету. Есть только чуть выше. Вот здесь, по-моему. Здесь вроде все более-менее чисто. Пока отвозим вот сюда. И берем нашего Тасадара. Штормы у него частично восстановились. Стоят они 75. Не так сильно дорого. Зелков у нас тоже все вроде нормально, ну более или менее. Кто-то, правда, там проблема с ХП немножечко, ну совсем чуть-чуть. Так. Что мы делаем? Отгоняем сюда ребят. Видим, что там есть гидра. Уничтожаем ее Тасадаром. Подвозим ребят. Спускается гидра, нет, не спускается, спускается, не спускается. А, не хотела спускаться. Замечательно. Так. Открылась дверца у нас с вами. Теперь мне надо таким же макаром аккуратненько все провести назад. Насколько я помню, с этой стороны вроде ничего нет. Хотя я могу ошибаться, конечно. Конечно. Ничего хорошего там, по-моему, не было. Так, аккуратненько провести. Блин, это проблематично на самом деле. Если сейчас выскочит здесь убийца, мне будет очень-очень больно. Вроде не выскочили, ладно. Сюда. Да, теперь помочь. Этих ребят провести. Конечно. Пошел. Естественно, Тасадара. Командир, только скажи. Командир. Так. Главное от некоторых мест держаться. Что это было? Как можно только дальше. Фак е. Командир. Мне это придется убить. И теперь без вариантов. Ну ладно, тоже вариант. Тоже вариант. В принципе, я нормально с этим справился. У меня почти не покоцали зивоты. Так что все, в принципе, замечательно. Ладно. Давайте мы выделим драгуна с Мариком вместе. Поставим на писерочку. Мне нужно, чтобы вы не трогали моих Мариков, твари. Давайте попробуем уничтожить эту гадость. Ай. Ладно, берем одного. Я сказал одного. А, кто из вас самый некосанный? Тебя. Отлично. Теперь выделяем наших ребят. Где они должны ухайдокать вот этого гада? Все вместе с драгуном. Ну, сейчас поглядим. Так, драгуна чуть-чуть вперед. Отлично. Так, минус один. Там, по идее, еще второй есть. Желательно хайдокать их обоих. Я пошел. Ну тут уж как получится. Они очень, к сожалению, расходятся. Мне это не очень нравится. Как я
Вот, все отлично, хорошо. Садаров вместе со своими друзьями тоже здесь. Здесь все классно. Здесь, по-моему, еще один, да. Фух! Ухайдокали. А здесь я не помню, что будет. А, здесь две пушки в конце. Мы... Пошлем зелков. О боже. Драгуныч. Заберись уже, пожалуйста. Да, вот самое геморройное, это, наверное, попытаться занести туда драгуна. Но он заводится наверх, на самом деле. Но очень геморройно. Твоя воля для Адуна. Я слышу тебя. Для Адуна. Так, вот у нас он восстановил Тассадар полностью. Все свои способности. Конечно. Для Адуна. Штормы нам, по идее, там понравится, понадобится. Понравится, говорю. Ай, ладно. Ладно, бросаем, ребят. Ей, бой, 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 бой. Отлично. А, считайте, покоцало только двоих. Покоцало только двоих. Так, Тассадарыч. Теперь твоя очередь. Твоя очередь и твоя роль самая сложная в данном месте. Потому что здесь вот где-то впереди стоят не очень хорошие. Очень хорошие ребята, которых ты можешь ухайдокать. Конечно. Должно быть так. И вот мне главное, чтобы увидеть здоровяка. Вот здоровяк. И убить его. Все. Замечательно. Замечательно. Больше там угрозы как таковой нету. Есть, по-моему, угроза только вот здесь. А, нет, здесь наши дорогие маринасы, которых у нас стало теперь больше. Вместе с маринасами у нас пойдет вот этот замечательный чувачело. И у нас есть газовики. Точнее, огнеметчики. Почему я их все время газовиками называю, не знаю. Так. Нет, ему не жарко, ему как раз. Что мы, собственно, делаем? Мы расставляем здесь наших юнитов таким образом, чтобы они защищались. Так. И, в принципе, всех ставим на удержание позиции. Все. Теперь берем и делаем самую наглую хрень, которую вы только можете сделать. Подводим Тассадара сюда. В виде инвиза. Посмотрим, что у нас дальше ждет. Смейте жрать моего чувака. Ну, к сожалению, нас убили такие... одного зелка, но в целом у нас живы все марики фактически, у нас живы все огнеметчики, у нас жив Тассадар, что не может не радовать. Теперь мы просто теми имеющимися войсками, которые у нас в принципе есть, можем нападать спокойно, просто идти вперед. Я не помню, где здесь что включается, где здесь что отключается, поэтому просто идем. В идеале, на самом деле, совет именно такой, то есть вы отводите сильных юнитов назад и, соответственно, так как-то защищаете просто свои капиталовложения, так сказать. Конечно. Для Адуна. Вот отлично, вот у нас есть армия такая. Конечно. Дверь заперта. Кто бы мог подумать. Это же такая неожиданность. Ладно, выделяем наших ребят. Наступаем на кнопку. Нет, надо всю комнату зачистить сначала.
Ну, это довольно слабые штуки. Вот нам очистили проход. Отлично. Берем, заходим Тассадаром. Подводим сюда всех наших юнитов. Призрак уже там офигевший. Все еще сидит в инвизе. Хитрый, хитрожопый, да? Какой хитрожопый. И посылаем туда наших юнитов. Собственно, все. Приветствую тебя, падший. Я пришел, чтобы забрать тебя домой. Приветствую тебя, могучий Тассадар. Я знал, что ты не покинешь нас. За время, проведенное с нами, ты научился ценить наши пути и методы. Ты научился направлять нашу темную силу, так же, как твои повелители. И ты нашел полноту просторов Кхала. Но я боюсь, что Конклав в своей гордыне никогда не снизойдет до того, чтобы нас принять. Мы изгнанники, но ничто не помешает нам спасти нашу родину от стаи. Я прошу тебя, Зератул, вернись на Айор, хоть они и мелочные прокляли тебя навеки. Помоги нам спасти наш мир. Со времени нашего изгнания мы никогда не предавали забвению Айор. Хоть это и причинит нам боль, но мы отправимся с тобой, Тассадар, на нашу землю. Мы сделаем все, что сможем. Победа, ребят! Миссия пройдена, всем спасибо за внимание, всем пока-пока!